Добрый день, муниципию Единец. Я сегодня нахожусь у вас в гостях. Вот я как примар Бельц, не имея примара города Единец, я в Единецком районе выделил из своих денег 2 миллиона 800 тысяч лей. Вы сегодня должны понимать, что этот рэкет в законе районные советы, это те, которые сегодня обходятся нам в сотни миллионов лей в год. И вместо того, чтобы пускать эти деньги на развитие села и развитие города, мы продолжаем содержать ненужных начальников. У нас есть легендарная одна организация, в кавычках легендарная, которая нам стоит 6,5 миллионов евро в год. Это Центр по борьбе с коррупцией. Мы ликвидируем Центр по борьбе с коррупцией, сделаем реформу службы информации и безопасности, и из этих двух структур мы сделаем одну маленькую компактную, которые будут ловить негодяев и у нас в стране, и за ее пределами. Мы разработали проект «Аптечный автомат в каждое село». Это терминал, который я уже привез один на прошлой неделе в Молдавию. И мы хотим установить их в 1000 сел, в каждое село, чтобы люди имели не только доступ к самым необходимым медикаментам. Я хочу, чтобы вы увидели реальные цены на медикаменты. У нас нет сегодня кузницы кадров, потому что у нас страна полная институтов и университетов, но у нас убили среднее техническое образование. Сегодня без завхозов, без ревизора, а я бы даже сказал хирурга, у нашей страны нет будущего. Я обязуюсь быть и завхозом, и хирургом. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю встречу. И запомните, что я, как говорил, я буду только слугой своего народа. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.